Итак, как обещал, сейчас засниму реакцию кисы на покупку машины. Вот этой автомобиля. У мамы было не очень понятно, скажем так, реакция. Я думал, наверное, рассчитывал на совершенно другое. Ну ладно. Посмотрим, что скажет киса. Сейчас она должна выйти отсюда. Отсюда. Так, нет, это не киса. Посмотрим, узнает нашу ласточку или нет. Перемотаем немного в будущее. Добрый день. А вот и киса. Привет, девочки, привет, Саша, привет, 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 привет. Пойдемте? Пойдем. Кто сказал, что я сейчас выйду? Ну так догадался. На улице так духовно. Ой, дубак вообще, малышка. А ты отпускай, наверное, собаку нес. Как и немножко. Баньки. Привет, мы вставки. Можно хоть тебя поцеловать? Привет. Ну чё, где? Какая марка? Ну, мы выбирай, какая тебе больше нравится. Вот та вот, C980 ХК. Ну да. А у нас номер что, не останется прежде? А, не, может быть, это будет другой, не этот номер. Какой? Какой не дадут? Знаю. Какой дадут, да. Аккуратненько спускайся. Слушай, такой закат красивый. Ну а что я его здесь поставлю? Ну, типа чистая машина. Фары мне не нравятся. Ты мой сладкий. Передние фары мне не нравятся. Если фары бы другие были, она бы по-другому выглядела. Узкие фары терпеть не могу. Дэви, это где? Да все хорошо. Подожди, машина. Вот она здесь. Ой. Ты на стоп коляску поставила? Да. Ага. Ну что, открывай, давай посмотрим, что там внутри. Садись. Открыто? Да. Чистенькая такая пока что. Ой, коврички-то какие, запах-то какой новый. Запах все ценим. Не, ну что, так-то вроде нормально. Бедега. Сейчас, подожди. Угу. По салону-то вообще все гуд, вообще как новое. Да? Ну да. А Девкина нравится? И вот здесь как-то места больше теперь для ног, а то все время как-то вот так вот низко было. Да? Ну да. По салону, кстати, лучше, чем у тебя было. Серьезно? Мне кажется, ухоженнее как-то, да. То ли мы ее так заморали. Да, скорее всего, мы так. Ну и чё, а тебе-то как? Вроде нормально, неплохо. А едет как? Нормально? Хорошо. Ну да. Подвеска комфортнее. Ну прикольно, чё. Мне даже не верится, что это теперь какая-то наша машина. Прикольно. А вот здесь, да, кнопочки, они вот здесь. Тоже, кстати, удобнее. Ну, что вот здесь кнопки. А чё, магнитолок нормально играет? Ну, в Форде лучше играет. Да? Да. Но здесь тоже, ну, нормально пойдет. Но в Форде чуть-чуть получше. А кто на ней ездил? У нее сколько хозяев было? Да, женщина одна ездила. Ну, вот сразу видно женщину. Да? Угу. А что у тебя прокурила тоже женщина? Упал. Нет, видно, ее отец. Уголек. Может, зашьем? Аккуратненько, выходи, малыш, хватит. Сейчас. Можно зашить. Да, я уточню, ребят, вроде чинят. Сейчас. Ну, а по салону она чище, чем твоя, раза в два. Но мне, если бы химчистку сделать, у меня тоже было бы чисто. Мне просто нет, она какая-то... Не знаю. А покажи. Открывай.
Я теперь нашу машину никогда в жизни не узнаю, где ты парканулся. Я ее не найду. Я тут и искала первые два года. А, он глубже, но он вот так, да? Типа, а и велики, получается, все теперь. Не ну, отвезу. Один максимум, либо коляска только. Но знаешь, зато что? Можно здесь ставить и коляску, и эти. Все в один багажник, нет? Коляска разве не войдет вот так вот? Вот на одну половину эти, а на другую половину коляску. Может быть, войдет, да. Надо попробовать. А что там за песок? А, из колес, наверное. Я не заметил даже. Кстати, коврик в багажнике есть. То есть будет чистый, то есть можно коврик резиновый выбросить. И это, ну, коврик помыть. Ну, я поняла. Не надо пылесосить. Ну, прикольно, чё. Главное, чтобы тебе нравилось. Мне главное, чтобы тебе нравилось. Мне не нравятся фары. За счет фар она выглядит как старье. Ну, точнее, я не люблю узкие фары у машин. Но ну, то есть, вот, например, у Мазды красиво сделаны узкие фары. Они как-то такие прикольные. А это, вот, знаешь, такой совдых. И она, мне кажется, повыше, чем наша, нет? Мне так тоже показалось немного. Вот эта вот часть точно выше. Ну, бампер. Да. Угу. Ну, прикольно, что? Поздравляю тебя здесь с покупкой. Спасибо большое, просто конечно. Вот, что, пойдем с Дэвиком прогуляемся? Пойдем. Я ее покормила. Правда?